схемы размещения нестационарных торговых объектов, которые связаны непосредственно с бахчевым развалом, несмотря на то, что еще весна, но мы должны согласовывать адреса. Кантемировская улица, владение 12-14, площадь 4 квадратных метра. Каширское шоссе, владение 53-55, площадь 4 квадратных метра. Каширское шоссе, владение 50, корпус 1, 4 квадратных метра. И Борисовские пруды, владение 17, площадь 4 квадратных метра. Торговые объекты нестационарные, они имеют единую площадь. Ну и в прошлом году, когда мы с вами смотрели летом эти развалы, мы, в принципе, эти адреса с вами посещали, и замечаний к ним не было.